чем проблема, Свон? Он еще спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Свон. Я должен сделать это. Нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. А, командир Рейнер, думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека... Объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Сэр, я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на Чаре, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр. Командир, наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получив его, мы сможем отправиться на Чар и вступить в последний бой с Керриган. Удачи, мистер Рейнер. Я чувствую, она вам понадобится.
Мои друзья из фонда Мёбиус отследили местонахождение последней части артефакта. Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от Торных путей, сынок. Артефакт находится тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавр смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. Это нам не по зубам, Джимми. Гравитонные поля! Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем ноги. Что, Тайкус, штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько. Ты знаешь, где меня искать. Адъютант, приготовь корабль к прыжку. Пора покончить с этим. Аномальное изменение гравитации. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор. Но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. Игра приостановлена. Игра возобновлена. На связи. Вызывали? Да, командор. Эскадрилья со мной! Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Рассчитайте все как следует. Спешка нам ни к чему. Было бы здорово найти здесь обычные месторождения ресурсов, но за сотни лет столкновений с астероидами осколки минералов и кристаллизовавшегося виспена разбросало по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. Не торопись. А? За дело? Готов.
Он готов! Что стряслось? Поди ж ты! СН готов! Угу! Да твой счет! СН готов! Пристройка завершена. Пристройка завершена. СМ готов. Есть. А! Чего пугаешь? СМ готов. Будет сделано. СМ готов. Кого подлатать? Эй! Выкладывай. Ну да, конечно. Покинуть корабль. Ну? Как скажешь. СМ готов. Ага. СМ готов. СМ готов. СМ готов. Да, да.
Месторождение минералов... ГСМ готов! Месторождение минералов выработано. На связи. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ресурсы минералов истощены. В непосредственной близости от базы обнаружен дополнительный источник минералов. Месторождение минералов выработано. Флот вызывали? Вызывали? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Кого подлатать? Да, командир. Неужто? Да, командор. Эскадрилья со мной. Что происходит?
За твой счет. Голиаф на связи. Какие будут указания? Штаб вас понял. Улучшение завершено. Ну? Системы функционируют. Тактические данные получены. Цель выбрана. Место назначения. Подтверждаю. Канал открыт. За дело! Доктора вызывали? Связь налажена. Приказ получен. Системы функции. Вызывали? Покинуть корабль! А! Чего пугаешь? Ну да, конечно. Канал открыт. Какие будут указания?
покинуть корабль! Что такое? Неужто? Курс пролог. Эскадрилья за мной. Вперед! Командор. Есть. Система функционирует. Что происходит? Какие будут указания? Ядерная ракета готова. Где болид? Без проблем. Канал открыт. Тактические данные получены. Штаб вас понял. Цель выбрана. Место назначения. Цель выбрана. Тактические данные получены. Приказ получен. Требуется помощь. Я пробудился. Ладно. Связь налажена. Давай же. Системы функционируют. Удали мою ярость. Уже там. Что прикажешь? Я устал ждать. Просвети меня. Связь налажена. Thank you.
командир. Вызывали? Я пробудился. Подавай, удали мою, что прикажешь. Давай же. К трудовым подвигам готово. Не торопись. Крейсеры, активируйте пушки Ямато. Вызывали? Пара выстрелов и цели нет. На связи? Я пробудился. Давай же. И что теперь? Так точно. Прием. До прибытия 1 минута.
Что происходит? База атакована. Скорую помощь вызывали? Ваша остановка. Опишите характер недомогания. Провожающие, покиньте салон. Есть работенка. Что стряслось? Садись, прокачу. На выход! Дождусь. А, чего пугаешь? Есть работенка. Эй, выкладывай. Буди. Что происходит? Как скажешь. Дело? Кого подлатать? Ага. Молчи. Сигнал получен. Я устал ждать. База атакована. Что такое?
Улучшение завершено. Садись, прокачу. На выход. Атакована. Месторождение минералов выработано. На шаг впереди всех. Скорую помощь вызывали? Как самочувствие? Улучшение завершено.
Что происходит? Есть? Месторождение минералов выработано. Флот вызывали? Да, командир. Уже в пути. Ну? Месторождение минералов выработано. Thank you.
Вызывали? Не торопись. Покинуть корабль. Флот вызывали? На связи. А вот и хранилище. Артефакт уже почти у нас в руках. Молитесь своим богам, вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Покинуть корабль? Ладно. Не торопись. За дело! Как угодно. Игра приостановлена.